По православной традиции, после полуночи с 18 на 19 января верующие имеют возможность окунуться в прорубь или купель, наполненную святой крещенской водой. В городском округе Люберцы также традиционно организованы места для совершения крещенских купаний. Это Наташинский парк, вход со стороны улицы Шевлякова и Митрофанова, и Кореневский карьер с двумя иорданями, вход со стороны улицы Железнодорожной, дом 2. Они начнут работать 18 января в 21:00. Подчеркну, что все места для купания оборудованы комфортными подходами к воде. Рядом теплые места для переодевания, туалеты. Желающих угостят горячим чаем. За безопасностью во время проведения купаний будут следить дружинники, сотрудники Люберецкого УВД, МЧС и медики.